если ваши части тела выступают не по делу. Если вируса, бактерии, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В среду в Самарской области пасмурно, пройдет снег, местами сильный. Температура воздуха в дневное время -3, -8 градусов, ночью 11-13, ниже 0. Ветер северный, северо-восточный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде снега. Днем 4 градуса с минусом, ночью 12, ниже 0. Ветер западный, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти тучи и снег, днем -4, ночью -13 градусов, северный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой снег, днем -3 градуса, ночью -12. Ветер северный 5 метров в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 83%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.